на конкурс дети читают стихи. Таня Андреева, 5 лет, город Москва. Самуил Маршак, старуха, дверь закрой. Под праздник, под воскресный день, при тем, как на ночь лечь, хозяйка жарить принялась, варить, тушить и пить. Стояла осень на дворе, и ветер дул сырой. Старик старухе говорит: «Старуха, дверь закрой! Мне только дверь закрывать, другого дела нет. По мне, пускай она стоит открытой, сотню лет». Так без конца между собой вели супруги спор, пока старик не предложил старухе уговор. «Давай, старуха, помолчим, а кто откроет рот и первым вымолвит словцо, тот дверь и запрет». Проходит час, за ним другой. Хозяева молчат. Давно в печи погас огонь, в углу часы стучат. Вот бьют часы 12 раз, а дверь не заперта. Два незнакомца входят в дом, а в доме темнота. «А ну-ка, быстрый, говорят, кто в домике живет?» Молчат старуха и старик, воды набрали в рот. Ночные гости из печи берут по пирогу и потроха, и петуха. Хозяйка не гугу. Нашли табаку старика, хороший табачок. Из бочки выпили пивка, хозяева молчок. Все взяли гости, что могли, и вышли за порог. Идут двором и говорят: «Сырой пирог». А им во след старуха: «Нет, пирог мой не сырой». Ей из угла старик в ответ: «Старуха, дверь закрой».